Привет всем! Я студентка Лингвистического университета, направление лингвистика, английский язык как основной, американский вариант. И меня попросили сказать, рекомендую ли я или не рекомендую обучаться по данной программе. И, честно говоря, и да, и нет. Потому что эта программа, безусловно, она крутая, но она еще уникальная. И в первую очередь она уникальна из-за преподавателей здесь и из-за атмосферы. Но, к сожалению, она подходит не всем. Она подходит тем, кто действительно любит английский язык и кто действительно готов изучать его каждый день без выходных практически. Потому что должно быть огромное желание, огромная любовь к языку, чтобы иначе он надоест, иначе вам не будет нравиться то, чем вы занимаетесь каждый день. И эта программа также подойдет тем, кто интересуется, кому нравится культура Америки. Вы будете смотреть фильмы, петь песни и даже готовить. Если все так радужно и круто, почему же она подходит не всем? Потому что приходится работать. Работать приходится много, как я думаю, и везде, где человек хочет чего-то добиться. Особенно, если это связано с языком, потому что нужна не ежедневная практика, и тем не менее эта практика дает о себе знать, то есть вам открывается очень много возможностей, вы будете читать книги, понимать шутки в любимых сериалах, вы будете писать истории, снимать видео, делать различные проекты, то есть, конечно, в центре внимания будет английский язык, и все, что вы будете делать, это лишь способы его изучения, но как вы могли заметить, способы отличаются от школьных. И еще один момент, который я хотела бы сказать, это то, что когда вы выбираете университет или направление, вы должны в первую очередь слушать себя. Да, ваши родители могут быть правы, но никто, кроме вас самих, не знает вас лучше. И главное, чтобы вам нравилось и вы любили, что вы делаете. Тогда у вас все получится. Удачи!